представляем вашему вниманию современную и надежную посудомоечную машину Bosch SPV-X90, которая вмещает в себя 9 комплектов посуды. Высокую производительность и долгий срок службы посудомоечной машины обеспечивает современный мотор EcoSilence Drive. Помимо основных программ мытья, данная посудомоечная машина имеет автоматические программы, то есть, исходя из степени загрязнения посуды, автоматически будут рассчитываться количество необходимой воды и температура. Для деликатного мытья стеклянных бокалов или посуды из хрупкого фарфора есть специальная программа «Деликатная». Кроме того, благодаря технологии бережного мытья посуды будет автоматически регулироваться степень жесткости воды в машине. Модель оснащена еще и теплообменником, благодаря которому хрупкая посуда будет под надежной защитой. Мыть посуду можно в любое удобное время, и в этом поможет таймер запуска от 1 до 24 часов. Установите необходимое время, и посуда будет чистой в нужный час. Верхний короб посудомоечной машины регулируется по высоте, а это значит, что вы легко сможете разместить графины или высокие бокалы. Для столовых приборов предназначена отдельная корзина, которую можно разместить в верхнем или нижнем коробе, как вам будет удобно. После того, как вы загрузите грязную посуду в машину, датчик загрузки обеспечит необходимое количество воды, исходя из степени загруженности. Таким образом, можно существенно сэкономить. Двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе посудомоечной машины Duo Power позволит достичь наилучшего результата за счет того, что происходит точечный расчет струи воды и будет тщательно вымыт каждый предмет посуды, вне зависимости от его расположения в коробе. Также стоит отметить складную полку для чашек. При использовании функции Intensive Zone на нижнюю корзину вода будет подаваться под особенно высоким давлением и с высокой температурой, что обеспечит превосходный результат. Функция гигиена отлично справится со своей работой, и посуда будет сиять чистотой, ведь во время последнего полоскания на посуду будет оказываться длительное воздействие воды повышенной температуры. Посудомоечная машина оснащена системой AquaSensor, которая благодаря специальным сенсорам обеспечивает превосходный результат при минимальном потреблении воды и электроэнергии. Во время работы посудомоечной машины на полу постоянно будет находиться светящаяся точка, которая погаснет лишь после того, как процесс будет завершен. Для того, чтобы процесс завершился без неприятных казусов, модель оснащена такой полезной функцией, как блокировка от детей. Расход воды составляет 11 литров, класс мытья А, класс сушки А, а уровень шума не превышает 48 дБ. Посудомоечная машина Bosch SPV-40X90 быстро и эффективно справляется с грязной посудой, оставляя вам время для своих дел.